Всем доброго времени суток. Наконец-то первый сейчас ролик после Карелии на канале Кухня. Вот, Златка охраняет енота. Енот накрытый. Отдыхает, потому что темнота — это его друг. Он ночной зверь, ему при белом свете очень трудно привыкать. Когда енот привыкнет к белому свету, он будет более-менее спокойно себя чувствовать. А так для него это шок, удар. Поэтому такие дела. Так, кто там? Чеза! Чеза! Пытается найти подвох. Давайте я вам по вкусняшке дам, по косточке. Пока я вас потом миски заберу все. И кастрюлю буду двадцатку готовить. Сейчас мясо достану. Крупы я вам чуть подкупил. Одним файлом тоже сниму. Иди проверь, иди. Ой, ё. Койор. Вот он, друг койор. Немножко уже оклемывается, отоспался, отлежался, отклячил гудок. О, начинает немножко гонять. Входит в структуру. Ну, Златка не отойдет от енота. Бела, иди ко мне. Бела. Белкуня, иди ко мне. Бела, на, иди ко мне. Бел, на. Бел, да? Иди-ка. Бел. Что он делает-то? Бела. Хулиганка. Да, ругается на тебя, Чеза. Чё ты её загнобила-то совсем? А? Чезка. Ревнует она. Ну вот, домашний обычный наш ролик первый после Карелии. Вот в ногах сидит у меня друг. Да. Лапа, давай. Дай лапу. Аж фига клыки у тебя. А что ты ей палец мой грызешь? И на ее. Вот койор, братан. Да, сидит, просит. Интересное кино. Они наверху, а белка просит, чтобы она... Скажи, спускайся. Первые вкусняшки сейчас после Карелии, да? Морды. Давай, гром ее. Потягай за хвост. От тебя спасение только в машине, Бела. Ты очень жесткая. Вот злится, зубы показывает. Молодец. Пойду я за вкусняшками. Домой не. Нет. Ягода еще подсохла уже. Надо ее расстилать. Последняя ягода. Ты хочешь ягоды? На. Ну? На, господи. А в том, что давишься, спешишь. Подбирай ягоду. Хорошо, ягоду ест. О, молотит. Каюр собирал. На. Чеза. Белка тоже ест. Ягодки лайком. А клюкву будете? Это брусник сейчас очень сладкая. Скажи, я в Карелии наелся. Да что ж такое-то? Кто ж с кормящей руки-то? Да, Каю? Да, я пройду. Сейчас я принесу косточки. Тихо, нельзя.
Нельзя. Так, рыбы еще. Еноту. Еще один нахлебник появился на время. У меня вообще шаром пока делаем, какие-то комары летают. Селедка. Старый баклажан замороченный. Зато подарок он лежит. Бутылочка коньячка есть. Остальное выкидывать. Банки надо все шурудить, все выкидывать. Там пустой, будет совсем пустой холодильник. Все, у меня нет ничего. Вообще шаром покати. Только собачье все. Как бы я не скажу, ничего такого же прибедняюсь. У меня мясо какое-то есть там. Жду сезона охоты. Пойдем. Пойдем, вкусняшки. Каюр голос. Каюр. Понюхай. Каюр. Голос. Гром. Молодец. Пойдем. О, прыжок. Что-то сил все равно у тебя слабовато, что, каюр. Ты только сейчас свои сандали только начинаешь ускоривать. А так слабовато. Пробуксовочка, что-то боком немножко. Перегулял пару суток. Да, громина. Давай с тебя, тут ты обгавкаешь сейчас. Каждому вольер пойдешь, не дай бог. Давай, давай, давай. Учись открывать дверь. Да, мой друг. Маленький. Самый маленький мой друг. Четвероногий. Давай вот тебе ребрышки. Это кто так сделал? А? Это кто так прыгнул, забрал у меня? Ну-ка сел. Голос. Сидеть. Да, на. Дайте мне сейчас время, я сейчас у вас миски буду забирать. У этого прям аж блестит миска. Так, Злат, 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 иди ко мне. Злата, 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 ко мне иди сюда. Злата, ну-ка ко мне иди сюда. Злата, ко мне. Злата, место. Злата, на место. Злата, на место. Злата! Оставь его в покое. Держи лопаточку. Ей мясо не надо, ей работу давай. Путевку все, выходные. Не, понедельник теперь. Миски себе заберу, питьевые. Такие. Не поедем. Я их замочу. Напилил неплохо. Он, конечно, мне... Держи. Вон, заходить-то можно. Не заходить через решетку. Да. Что за привычка? По привычке творог дан. То-то. Ну, теперь все. Ролики домашние пойдут. С нашего быта. Чес, иди ко мне. Сидеть. Сядь. Сядь. Голос. Да. Можно в будку? Да, Юрчик, звезда. Ну, дураков наловили. Молодец, на, помесись тебе. Погрызи. Тут еще на раз вам хватит. Сейчас посчитаю, сколько. А, не, не хватит, всего три. Она даже не ест. Смотрите, мясо даже не ест, потому что ей надо идти к еноту. А мне надо сделать прививку, Злата. Что у тебя под глазом? Где-то ты вот кто-то с кем-то подралась под глазом у тебя, шрамчик. Громчик наяривает. Молодец. Грызет, зубов нет, как старый дед, пердун. Да? Вкусняшки получили все. Все, ждите, я сейчас буду вас выпущу. То есть сначала миски заберу. Я хочу, чтобы погрызли. Пойду шуманит достану. Сейчас я кастрюлю все зафигачу, 20-литровую. И начинаем сезон натуральной еды.
Благо, у меня немножко заначка на вас есть. Недели полторы протянем. Там как Бог подаст. Может быть, охота будет удачной или что-то еще. А так нам жесть. Вот. YouTube совсем не хочет платить нам за наши труды, что мы работаем на него. Совсем не хочет делиться, зараза, кусок. А мы так стараемся, так стараемся. Людей больше жалко. И материал. YouTube пофигу. Да. Вчера кашу съел, все поел и лег спать. Вчера, говорю, сегодня. Вчера, говорю, вчера. Да, вчера. Вот такие дела. Так, ладненько, пойду я тоже. Все, дел полно еще. Теперь делов полно делов. Все, теперь кухня в нашем распоряжении. Пока я тут, морозы, я думаю, мне могут и не выгнать отсюда, а могут и выгнать. Поживем, увидим. Пойду с ягодой заниматься. Да много дел. И пойду, вон кастрюля вон стоит, видите. Сейчас надо буду доставать и обрабатывать, чистить, драить, приводить в божеский вид. Все, немножко.